Еще о спорте. В Тирасполе и Бендерах наградили финалистов «Кожаного мяча». Подвели итоги городских этапов. В апреле команды поборются за звание лучших на уровне республики. Тирасполь – футбольное поле у 5-й школы. Сегодня здесь наградили лучшие городские команды. Это финалисты «Кожаного мяча». Турнир прошел на хорошем уровне, скажу. Поля позволяют играть, детям показывать, на что они способны. Было очень интересно наблюдать за женским футболом, особенно 4-5 классы девочки, которые тоже уже что-то, но показывают. Дети постарше, там уже борьба, там все по правилам, глаза горят, все хотели, чтобы их школа была представлена на республике. Всего в Тирасполе в «Кожаный мяч» играли почти 700 школьников. Как и везде, было три возрастные группы – 4-5 классы, 6-8 и 9-11. Среди младших лучшая мужская команда из 12-й школы, а парни из 14-й школы – победители среди средних и старших. Очень радостно, когда защищаешь именно свою школу, играешь, защищаешь честь школы и соревнуешься со своими друзьями. Эмоции суперские, выиграли город, лучшие в городе. Не может быть не радостно. А вот победители среди женских команд. Сразу два первых места у 9-й школы. По старшим чемпионки из 17-й школы. Сказала бы, что эмоции незабываемые. Это нельзя передать в словах, но я бы сказала, что приятная усталость. Получается, мы играли где-то 4-3 раза, я тоже точно не могу сказать. Но все эти разы мы выиграли. Счет был разный, но мы придерживались тому, что мы один за всех и все за одного. А это Бендеры. Тут тоже сегодня наградили победителей городского этапа. Всего играли около 70 школьных команд. Вот победители среди старшеклассников. Первое место у теоретического лицея. В этом году мы очень сильно хотели победить. Мы вышли очень застроены на каждую игру. Первую игру мы выиграли 6-0, вторую игру 2-0. И дальше пошло как по накатанной. Мы стали побеждать каждую команду. За весь «Кожаный мяч» мы не пропустили ни одного мяча, но и забили очень много. Наши соперники оказали достойное сопротивление нам. И по серии пенальти нам просто чуть больше повезло. Сегодня удача была на нашей стороне. Также в числе победителей команды 16-й, 11-й и 18-й школ. Победители всех городов и районов встретятся в апреле следующего года. Здесь же, на стадионе в Бендерах.